Ребята, сегодня день рождения FIFA Ultimate Team. И самый лучший подарок, который они могли сделать, это перекрыть доступ в эту игру. Спасибо, EA Sports. Я сегодня задумался, раз уж сегодня день рождения у FIFA Ultimate Team, наверное, они сделают какой-нибудь подарочек мне, например, в виде какой-нибудь из этих карточек Мбаппе, Сисока, Гризман, Решвард. В общем-то, фишка этих карточек в том, что у них добавились теперь пятерочки на Бигфуте, у кого-то на скиллах, допустим, как у Эдена Азара. Карточек топовых много, пакетики будут, да, я говорю, что я донатить больше не буду, но прошло уже много времени с тех пор. В общем-то, доначу как в последний раз, вот прямо от сердца отрываю. И самое главное, я сегодня еще и потрачу все свои монеты. Да, ребята, опять же, никому не рекомендую повторять данное мероприятие. Ладно, ребята, в общем, вы поняли. Сейчас поедем открывать пакетики. И перед тем, как мы залетим в FIFA, напомню о своих спонсорах. 1X. 1X — это высокие коэффициенты, моментальные выплаты и множество спортивных дисциплин. Еще раз напоминаю, что спорт не ограничится только футболом. Там есть ставочки на киберспорт, на UFC. Ссылка будет закреплена в комментарии. И промокод даст вам крутой бонус. В общем-то, ребята, собрал я уже какой-то тут СБЧ. Якобы крутое, якобы подарочное. Почему-то оно называется FIFA 09. Ладно, не будем углубляться в потайные смыслы данного СБЧ, просто его сейчас откроем. Гандоган, как вам, ребята? Кстати, интересная ситуация с Килианом Мбаппе получается. По сути, его карточка с рейтингом 94, да, 94 получается круче, чем 98, так как у него есть 5-5 на финтах и на слабой ноге. Вы вообще представляете, да, эту связку с Неймаром? Так, все, первый пак за 100 тысяч официально объявляю открытым. Блять, если мне сегодня ничего не упадет, я больше никогда в жизни не зайду в эту игру. Я в это верю. Шикарное начало, уолкаута нет, это был пак за монеты. Я буду чередовать, наверное, монеты с FIFA поинтами. Джеймс Родригес, настрой на день рождения, как у вас, ребята? Давайте, EA Sports, будет много паков, поэтому я пока не разочаровываюсь. Так, это уолкаут, это информ, я вам скажу даже больше. Португалец, Криштиану Роналду. Да, хорош, это Криштиану Роналду в параллельной вселенной. Рафа, Матюди, Деврай, ну, в общем, понятно. Не чувствую я вот этого вот праздника, знаете. Волка, о, это икона, блядь, я на секунду подумал, что это икона. Там какие-то вот эти вот белые штучки появились. Так, вратарь, это Вольсбург или что там. О, боже, какие паки шикарные. У меня уже немного начинает пригорать от этого праздника жизни. Я, конечно, полный дурак, что открываю за монеты. Опять же, не повторяйте, это всего лишь эксперимент. Опять нет волкаута, блядь. Какой нахуй Вирджиниум? Ебать праздник, блядь. Ебать день рождения. Следующий пак я тоже открываю за FIFA поинты. Хорошо, волкаут. Но это, бля, информы. Там эти вот эти моменты, знаете, вот эти вот карточки моменты. Ну что это, блядь? Я даже такого флага в жизни не видел. Кто ты? Что за фуне смотри, блядь? Ты кто, блядь? Бля, ну это провалище, по-моему, сейчас редбульчика хляпну. Алан Буатенг. Вот это пак, хорошо, блядь. Я не знаю, что делать, ребята. Пока что кайфуем. Кайфуем вот с такими вот пакетиками. И, пожалуйста, EA, ну блять, ну праздник, ну камон, ну сколько можно? Хватит издеваться надо мной. Ебучий Ракитич, блять, который улыбается своими зубами, блять, охуенными. Вот это паки, которые, блять, нахуй даются на якобы праздничный, блять, эвент FIFA Ultimate Team. Оставайтесь дома, играйте в FIFA, блять, наслаждайтесь этим дерьмом. На самом деле, смотря на просмотры на последних роликах, что-то как-то удручает мне это все. Хочется взять какой-нибудь небольшой отпуск, но YouTube работает так, что если тебя банально там не будет недельку, то ты вообще нахер никому не нужен будешь, и тем временем у меня даже нет щиточков, вы понимаете? Щиточков! 82 запата! Максимальный, блять, рейтинг! Я в ахуе! Ну и вот, я не понимаю, что я делаю не так, вроде пытаюсь что-то новое, интересное снять, блять, а нихера не заходит. Может, я уже все, блять, изжился, а мне нужно отдохнуть, блять, потому что я уже ебанутым становлюсь с этой игрой. Опять нет уолкаута, блять! Блять, EA Sports, пожалуйста, я вас молю, пожалуйста, не портите мне настроение, хотя я не знаю, куда уже хуже, блять. Открывается очередной пак, и опять нет уолкаута, как это возможно, блять, я просто в ахуе. У меня просто, бля, в голове это не укладывается. Пожалуйста, блядь, ну не бывает такого. Ну не бывает же такого, блядь. Как? Кто мне объяснит, это что вообще такое? Блядь. Сидите дома, играйте в FIFA, блядь, ёбнешься, если будешь сидеть дома и играть в FIFA, блядь. Блядь, я не знаю, что даже говорить. Это несправедливо, EA Sports. Охуеть, опять, бля, я вам базарю, ребят, я больше не буду в это говно играть. Я много раз об этом говорю, но вот теперь точно. Я, блядь, вот принципиально сейчас солью все свои монеты, чтобы у меня не было ни единого желания, ни единой мотивации, блядь, играть в эту парашную, блядь, игру.
Вау! Волкаут! Надо же! Это Бразилия! Это ЛП! Иди нахуй, блядь, Диего Коста ебаный! Какой хороший пак! Волкаут! С рейтингом 84! Они просто угорают надо мной! Я вам отвечаю, они просто ржут надо мной, блядь! Блядь, опять нет волкаута! Я в ахуе, 400 тысяч у меня осталось, и я не знаю, блядь, это что вообще только что было? Ёбаный рот, на что я потратил свои деньги? Все, ребята, это последняя стадия отчаяния, я снова собираю икону. Хочется верить в хэппи-энд. Вот такой вот состав я отдаю: Домингеса, Фьючер Старс отдаю, Левандовски, Масчерана, Зиеша. Вообще похер, ребята, все, я в пизду, я не хочу играть в эту игру, поэтому забирайте этих игроков и дайте мне что-нибудь играбельное, пожалуйста. Что обычно говорят в таких моментах? Да, в принципе, похуй. Ничего говорить, не буду, все, открываем. Пожалуйста, я вас молю. Я вас молю, EA Sports. Давайте не будем... Блядь, Италия. Блядь, Дель Пьеро, может, хотя бы. Дель Пьеро, пожалуйста. Бля, это еще и золото. Твою мать! Вау, я купил сборку пака. Ну вот что мне с ним делать? У меня на эту позицию есть, блядь, уже три игрока. Это Золо, это Деку и Стойчиков. Просто три одинаковых игрока с рейтинга 87. Все, ребята, я зафиналю все это дело вот таким вот образом. Я потратил абсолютно все свои монеты. Я просто закрываю эту игру и удаляю ее нахер. Чекайте хэштег «Сидите дома и не играйте в FIFA». Я как будто пришел, блядь, на праздник и вместо торта сожрал просто кусок дерьма. Вот кто-то насрал, а я такой: «Ммм, как вкусно, блядь». Обычно разные издатели, игровые компании в это трудное время делают какие-то подгоны, там, подписку вот на этот порнохаб, блядь, дают халявную. Там Хитмана где-то раздают, там футбол менеджер дают поиграть на недельку. В общем, много есть примеров, где разные компании делают какие-то подгончики, ништяки. А что делает EA Sports, блядь? Ты донатишь деньги, ты тратишь все свои монеты, и тебе просто, бля, хуй на палочке показывают, блядь. У меня все, ребята. Я в ахуе. Я просто вот заканчиваю с этой ебаной игрой. Может, мне действительно нужно взять отпуск? Я не знаю, бля. У меня просто уже крыша едет с этой ебучей игрой. Будьте на связи. Буду держать вас в курсе событий. С вами был я, PandaFX. Немного психанул. Простите, всякое бывает. И всем хорошего настроения. Пока не открывайте пакеты. Вот просто. Да лучше вообще не играть в эту игру. Все, всем пока.